Смотрите, просто я предупреждаю, что хорошее дерево получится из 40 штук косточек, примерно это корни собственные привитые больше выживают. Морозостойкость, а я считаю, что это первое расхождение, я считаю, непривитые больше выживают. Морозостойкость от привоя передается неморозостойкам еще по двою. Вы считаете, что если это новичок, если его год-два, то он не морозостойкий? Ну, есть какие-то расхождения. Я поторопился сказать, что мы одинаково мыслим. Вот. У меня однолетние подвои в виде сеянцев, одно двухлетнее как раз, не пересаженное, пересаженное. Из тысяч никогда ни один не погиб, кроме нескольких, которых сопрели, все-таки сопрели основание штамба. Очень-очень-очень такие многосезонный год. Вот. То есть и для меня одно-двухлетний сеянец из маньчжурского абрикоса такой же морозостойкий, как 10-20-летний. Ну, со мной не все согласны, а проверить это невозможно. Ведь то, что у меня не замерзает, это не значит, что других не замерзали. Поэтому на всякий случай вы правы, надо брать количество. Те сеянцы, что замерзли полен снега и привиты вашим морозостойкими привоями, еще раз, те сеянцы, что замерзли полен снега и привитые вашими морозостойкими привоями, замерзают намного меньше. Образование высшее секретное. Ну, что это такое? Ну, шепните мне потом по телефону, вы сильно умный для нашей команды. Вот. А с другой стороны, это же моя гордость. Латинков сказал, что наш кружок самый интеллектуальный в России. Я когда посмотрел, там 1 100 000 подписчиков, я согласился, вот, что действительно, ну как так можно взять, увидеть, кто-то присылает дерево, а там листья полугнилые, покрытые паршой, так? И спрашивают, что мне делать? Ну, ясно, что вы или я скажут, встань на колени, разгреби корневую шейку. Тем более после зимы, посмотри, что она не сгнила ли. А там не, берите фунгициды и поливайте. Вот это их уровень. Это даже не первый класс, это даже не подготовительная группа в ясли. Это вообще полный туман, мрак. Когда, не зная причину, почему листья начали умирать, берут, говорят, поливайте фунгициды. Им так, знаете, умирающему дереву так нужна яды, так им нужно. Вот дерево умирает, да, гниют листья, гниют все. Им так нужны яды. А скажите, что это, а они скажут, нет, это мы интеллектуалы, у нас это, мы выпускники Тимирязевки, у нас высшее образование. У нас шикарное образование. И только им кто-то возьмет, пришлет фотографию умирающего дерева. Давай ядами. Я 100 раз говорил, еще скажу. Ребята, вот, да я уверен, что Александр Николаевич так скажет. Ребята, вот, возьмите дезодорант. У нас все, что есть, все равно на спиртовой основе. Вот, придите в реанимацию. Вот. Возьмите, опрыскайте всех умирающих. Все, на них тогда, они же покрыты та же. Они умирают, они неподвижны. От них запах, а любой запах – это грибы. А вот сейчас грибы вот, возьмете там, ух, обольете их этим дезодорантом, можно еще духов добавить женщин, мужикам, высокого одеколон. Все, и они встанут и пойдут. Так что, что я скажу? Теперь я опять с удовольствием прочту то, что вы написали. Вот. Значит, сеянцы, что замерзли полен снега, привитые вашими высокими привоями, замерзают намного меньше. Спасибо за это наблюдение, но осталось 2 мнения. Но они не противоречат друг другу, а дополняют. А высшее секретное образование, ладно, вот, не буду вас пытать. Прошлой весной к моей соседке по даче пришел высококлассный специалист по обрезке деревьев. Надо было обрезать огромную яблоню, которая давала хороший урожай. После капитальной обрезки дерево даже листочки не распустило. Соседка в шоке, Воронеж. Зоя, ваше этой самой цены нету вашему сообщению. Вот. Пусть они копятся. Еще раз прошу вас. Ведь это уже услышали люди, да? Услышали. Вот я его еще скопирую. Еще до следующего вебинара.
Я надеюсь, что этот вебинар разошлете, друзья, и следующий. Но неужели я не увижу, чтобы через неделю было хотя бы 1000 просмотров, чтобы наших людей было хотя бы 1000? Ведь я не думаю, что Зоя Юрьева это придумала. Вот это вот. Как высококлассные. Они же вредители страшные. Они не знают, что дерево нельзя резать. Оно перестает расти и начинает лечиться. Но не всегда удается. Спасибо, Зоя. Вот, спасибо, огромное спасибо. Замечательное спасибо. Так, Елена, скоро заканчиваем. Очень классно слушать аудио. Я под уину немного. Я под уину. Закажу черенки кошки. А, я подумаю. Да? Подумаю? Подумайте, черенки кошки. Может быть, чего-то я добился, у меня хоть немножко это самое. Закажу что-то. Потому что даже тот суперзаказ, помните, он так и не оплачен. Там, где 150 черенков и 1000 семечек. Косточек. Очень классно слушать аудио. А, ну да, повторяюсь. Лобасов. Валерий Костинович, как определить, что дереву нужна омолаживающая обрезка? По уменьшению плодов? Ну, это элементарно. Во-первых, оно и так понятно, молодое, не молодое. Вот, если его не калечили, то оно будет совершенно здоровое. Даже будут сухие ветки, они совершенно не мешают его плодоносить. Вот. Значит, конечно же, с возрастом у меня получилось как? Когда я начал соображать на эту тему? Я покупал участок, я не дошел до войлочной вишни. У меня из 5 вишен, 84-85 год, 40 градусов морозы, месяц были, стояли. Вот. Потери в садах были огромные. Люди же калечили деревья, не просто так. Вот. И тем, да, старушка, которая купила этот дом, и участок один соток. Это я потом тратил миллион, расширяя его. Вот. Кто бы мне вернул эти деньги? Например, государство за мои результаты. Но не дождемся. А я дождался чего? Приходит весна 1985 года, из 5 вишен 3 мертвые. Но она не знала, что такое обрезка. А потом еще одно дерево и последнее. Было белый налив. Дерево было 3 года, и на нем 30-40 этих самых яблонь появилось. Трехлетка, чуть выше пояса, ветки горизонтальные. Учитывая, что оно малёхонькое, дало сумасшедший урожай. 30-40 деревьев, яблонь. А не дожидаясь, а это же авитаминоз, оно так ранний. Все, кому не лень, хватали эти яблоки, полузеленые даже. А потом 2 года ни одного плода. А потом на 3-й год 5 плодов. И проходит еще 1 год. 100 ведер, 10 ведер. Сразу. А потом еще, и следующий год. Еще больше, 15 ведер. Еще у меня есть фотографии старые, только долго искать. Еще год, еще больше. И еще буквально, ну, по времени молодой, ему было 15 лет, когда яблоки стали абсолютно несъедобны. И каждый год сумасшедший урожай, просто удивительно. Вот тогда я взял в руки первый секатор. И на 15-м году сделал, ну, учитывая, что я знал, что ему примерно года 3, на 15-м году я сделал обрезку омолаживающую. Ну, литература, представьте, хозяйство читал, я сделал омолаживающую обрезку. На следующий год я имел прекрасное, крупное, вкусное. Белый налив – это ведь шедевр. Особенно те, кто любит кислинку. А таких большинство, кстати. Оно уже не приторное, а с кислинкой оно очень вкусное. Сейчас говорю, сразу полный свиней. Вспомнил, организм вспомнил. Первое дерево мое. И то не мое, а бывшей хозяйки. И еще год, а потом опять начал дичать. А мне нужно было садить новички. У меня зачесали руки, а мне пришлось его просто спилить. Как мне фотографию покажу. И вот получается, что омолаживающая обрезка я делал на 15 год, потому что белый налив – это такое чудо. Это такие урожающие. Одно молодое дерево, ну, его не видно было из-за яблок. Просто. Ну, было пару лет, пропускало урожай. Не без этого. Вот.
А практически надо смотреть по месту. Вот когда мне, я же не могу так сказать, на 15-й год, на 20-й, когда мне присылают фотографию, то вот тогда я советы даю. Пришлите фотографию, получите совет. Так, что можно привить на рыбу? Сейчас, погодите, колбасу. А, ну, в принципе, помещаю. Все, с лабасом мы разобрались. Елена, что можно привить на РГУ? Вот, на РГУ, так же, как на этот самый. В общем, самое удивительное на свете, что я могу сказать, что ирга родственник груш. В это невозможно поверить. Невозможно. А они родственники. Вот это и мой ответ. Другое дело, будет ли толк? Ну, если бы я сейчас я не могу найти эту фотографию, как выглядит орга. Вот, это полукустарник. Ну, взрослая орга имеет хотя бы вот такой штамп. Это же, допустим, вот боярышник. Ну вот кто поверит, а это родственники ирги и груши? Я и сам не верю. А они, зараза, приживаются, правда, с трудом. А красноплодная рябина, а черноплодная рябина, арония, тоже родственница и ирги, и груш. Вот это трудно. Я сейчас в голове как-то не укладывается, но теорию-то я знаю. Вот. Я привал грушу только на черноплодку. Результат урожая дождался, но есть было невозможно. Вот этот вкус дикий передался моим армянским грушам. А что касается чистой ирги, наверное, пусть она себя растет, пусть радует. Все-таки это самое. Я считаю, что это прекрасное дерево. Я заметил так, Сибирь была такая, что мрачная в плане садоводства, что еще недавно и питомники выращивали, опять же, оно надо, не надо. Но, наверное, черноплодная рябина, она имеет лечебное свойство. Вспомните, понижает давление, да? Вот ее можно использовать там, заготовить ее, использовать как витаминную продукцию. Именно витамины, не только от давления. И вот я читаю, в Сибири можно вырастить, и обязательно ирга упоминается. Вот. Или, совершенно не понимая и не зная, что существует на свете груша уссурийская, и грушу на нее надо привать, а не на ирбу. Но вот обязательно, меня вот это удивляло, почему считается, что или не знали про нее, или считается, что она с культурной грушей, дикая несовместимая груша. А уссурийская груша, она и есть несовместимая. Так? То есть с трудом совместимая поначалу. Там особая работа, ну, про это самое, настроение Мичурина, нет, не так, настроение по Железову, насыщение по Мичурину, вот, все это можно. Но почему-то считалось, что в Сибири есть супер мацуки подвой. И опять, красноплодная рябина, черноплодная рябина, боярышник, еще как-то все время забываю, еще что-то, и, наконец, ирга. Но я бы вам даже не советовал, что прививать ирга. Ирга сама по себе шедевр. Пусть себе и живет как шедевр. А, Елена, что значит под тем деньги? Вы скажите, кто вы есть. Мне обидно, вот человек прислал, шутка ли, 5 тысяч рублей, а я не знаю, кто. А мне так стыдно. Вы что думаете, я бы не отарился бы? А так и тут Елена, а я знаю 3 Елен. Поняли, да? Вот. Ну, от денег не откажусь. Это вы не мне поможете. Это вы поможете всем, кто только интересуется садоводством. Нас все меньше, не больше, меньше. Вы знаете, что у меня было, когда мой сайт появился? Вы знаете, сколько было ежедневных посещений сайта? Ежедневных? Не месячных, не недельных. 400-500. Потом нормой стало 300. Потом, ну, а годы шли, нормой стало 200. Потом я радовался, что хотя бы 100, а сейчас от 50 до 80. Это значит, что мой сайт умер, хотя там море интересного, да? И это говорит о том, что люди не то, что все насытились, все что знают, сейчас уже все научились, железо уже не нужен, и сайт уже не нужен. Нет. Что такое 58 человек, когда у нас миллионы этих невежественных? И получается, что то, что вы сейчас подкинете денег, это не мне
сразу говорю, хотя буду благодарен. Поэтому пусть будет так. Главное даже, я даже не прошу денег, главное, передайте друг другу, передайте друг другу. Вот. Ладно, все, наверное, больше никто ничего не печатает. Ага, вот заказать семена в каталоге, вот видите, я даже это, вот где моя эта мышка, раз. Вот, значит, напоминаю, что следующий вебинар будет опять понедельник. Вот, почему-то Сафронов, я иногда спрашиваю, тебе это не надоело? 4 года эти, по понедельникам нет у тебя этого отдыха. Вот, тоже деньги зарабатывает. Если сюда придет заказ, значит, какая-то только ему достанется. Потому что в последнее время тоже все сдохло. А пока, друзья, давайте так. Там надо продолжать. Вот. И если есть возможность заказать семечки, косточки, особенно черенки, ищите, на что привить. Ведь человек начал с нуля, а кончил тем, что заказал 150 черенков. Правда, не оплатил, но это, видимо, вопрос времени. Вот. Ведь нету наших людей нигде. Вот нету. Вот я их опять начну перечислять, а их единицы, там где всерьез. Все, заканчиваем разговор. Ой, да мы уже 4 час разговариваем. Все, заканчиваем разговор, друзья. До свидания. Вот. Спасибо тех, кто до конца выдержал это все. Мы одной крови. Вот на этом я и закончу. Мы одной крови. Прощаюсь с вами, но ненадолго, всего на неделю.